товарищ капитан. Да? В первом взводе осталось 8 человек, во втором 10, не считая раненых. Плохо, Юргенов. Так они, гады, гаубицы подтянули. Плохо, что у тебя взводное дерьмо. Так почему? Потому что людей гробят. Где твоя рота? Ему только в солдатики играть. Он уже свое сыграл. Все, друг, сматывай удочки. Из приказа. Будем отходить. Что же они делают-то? Суки! Ты погляди, ёп! Excuse me, Russian. Слышь, красуля, ты как сюда попала? А? Уходи отсюда! Уходи отсюда! Слушай, ты не мешай! Возьми вот его! А! Лейтенант, вас бегу! Забери раненого! Жаркенбаев! Я! Это кто там? А, это Манчук. Я же приказал отступать. Помоги ей. Есть. А тебе что, Бульба? Все в порядку. Коли людей кормить будемо? Кормить еще? Кормы, кормы. Сейчас они ее. Менчук! Менчук, на стандарт Беллинга! Пулемет, да сама именно! Чем, сори! Пулемет, мхал, ты там гой! Ты нахал, ты себе! Аккуратней! Ты что, дрова везешь, что ли?
знакомиться. Я Ежов Валерий, лейтенант. Опять разведкой буду в батальоне заведовать. А ты сестра, значит? Я пулеметчик. Так я тебя утром видел. Это ты немцев отсекла? Ну, считай, в наградные списки уже попала. Молодец. А чего в тыл едешь? Мой пулемет немцы взорвали. Еду новый получать. Вот это баба, а? Не надо так, товарищ лейтенант. О, пардон. Не любишь грубых слов. Понял? Просто на войне вы мужчины чаще бабами бываете. Изверги! Парень, гады! Выбросьте меня отсюда! Успокойся, успокойся. И сколько тебе лет? 20. Значит, стрелять ты умеешь? Умею. Ясно. Ну, а целоваться? Хочешь, научу? А? Вам не стыдно, товарищ лейтенант? Война с фашизмом идет, люди гибнут. Да ладно тебе. Я ведь не политрук. Я разведчик, успокойся. А мне какая разница? Ты что, контуженный, что ли? Чокнутый. Ты всегда, что ли, такая? А? Сержант? Какая? Ну, колючка. Всегда. Ты не обижайся. Эй, сержант! Ты не обижайся. Я ведь к девушке своей еду. У перекрестка стоит, знаешь, регулировщица, Клава, такая блондиночка, у штаба, знаешь? Хорошая девка. Часики мне вот подарила, видишь? Хорошие такие часики, только ночью никогда не видать. Зато подарок. А мне ребята в госпитале говорят, давай, говорят, пропьем часик чай. Я говорю, нет, подарок. Женщина подарила. Они все издевались надо мной. Говорят, мужик, а женские часы носят. Не мужчина вы, товарищ лейтенант. А кто? А? Сказать? Думаешь, обижусь? Не, это вы девушки обижаете, а я нет. Кого? Увидишь еще.
Их в наше расположение гонят с маршевой роты. А Клавочка-то убила. Вот видите, тут у них второй пулемет. А вот здесь вот третий. Они простреливают нас под самое левое ребро, можно сказать. Продумали, сволочи, систему огня. Так, разведка готова? Угу. Нет, сначала надо подавить огневые точки. Это мы и сами догадываемся, но чем? А где артиллерия? А без его знает. В штабе один ответ. На подходе. Она действительно на подходе. Слышите? Это на правом фланге уже за Метельниково идут бои. Слышим. 200-миллиметровые колупают. Полагаю, что эту высоту сначала надо вспахать пушечками, а потом уже сеять семена победы. Поясняю. Без артподготовки я атаки не начну. Все. А если артиллерия и завтра не подойдет? Обождать придется. Сегодня пол второй роты угробили. Хватит. Странная позиция. Именно сейчас, когда меня послали сюда, чтобы я наблюдал за ходом важной операции, вы намеренно тянете время. Хотя отлично знаете, что эта высота мешает взять город. Что вы предлагаете? Я ничего не могу предложить. А я могу. Вывести маршевую роту и вместе с нашей третьей ударом в лоб взять высоту. Ишь ты. А если немцы ночью заминировали овраг? Если бы да кабы. Ну зачем же самое худшее предполагать? Вот как. Если ты командир, то к беде будь готов. Вот огурцы, к примеру. На ночь укрывать приходится. А ведь морозы в мае не каждый раз бывают. Ну, это же маршевики. Они вроде новички, они же пулиного свисту не слышали. Верно, я всего пятый день вижу, что люди не обстреляны. Так что же мы с ними нянчиться будем? Этак вы скоро и фашистов жалеть будете. А зачем же я людей буду под пули посылать? Проще здесь их поставить к стенке и расстрелять. А здесь фронт, а не тактические занятия, не забывайте. Я это хорошо помню. С начала года четвертую роту на передовую привожу. Четвертую. А где они? Куда подевались? Под Озерском закопали, под Ельней закопали, под Белоуховым тоже. С марша в бой, с марша в бой. Да я бы на вашем месте. А ты сначала встань на мое место. Потом поговорим. Ну что ж, вот и поговорили. Здорово. Ты куда идешь-то? На политбеседу. А. Ты куда пошел? Ой, откуда это? Друзей, а? Это разведчики с той стороны, со второго батальона. Пригнали трех штук. Одного мне отдали. А мне сегодня вечером в разведку идти, так что ты заходи, будем шашлык без бармаку. Заходи вечером, а? М? Ее нельзя резать. Почему? Она катиться должна скоро. Ну и что, съедим, да и все тут чушь. Ягнята будут. Как? Ягнята маленькие. Ты когда что, беременная, что ли? Точно. Я никак не пойму, что она такая толстая? А я думаю, что они все подсовывают? И знаешь, Володарский, мордастый такой, командир разведки 2-го батальона, младший лейтенант. Он говорит, надо, говорит, Валька, забери, пожалуйста, эту самую овцу. Мне жирного нельзя, говорит, у меня гастрит, говорит. Ну, я ее взял, балван. Думаю, хоть баранину поем перед разведкой. А? Кашу уж видеть не надо. Бульба! А? Когда хлеб привезут? Коли накладни выпишут. Когда же их выпишут? А коли печать будет? А где ж твоя печать-то? А печать 3 дни назад мину разорвала. Ты что ж тебе ее на Урале заказывать, что ли, будут? Ты сам-то головой подумай, Бульба. Ты чего причепился? Я тебе причепился, потому что хлеб нужен людям. Хлеб ему подавать. Тебе что, баранины мало чи шо? Так ее есть нельзя. Чего нельзя? Потому что она минирована. Да ты что? Ну! Сержант, заходи вечером, у нас сгущенка еще есть. Ладно? Привет. Да, нашла время катиться, дурочка лохматая. Это все? Старшина, кого не хватает? Первое отделение в наряде. Приступайте.
Товарищ лейтенант, могу я видеть лейтенанта? Отставить. По уставу, товарищ сержант. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? Разрешаю. Могу я видеть лейтенанта Хаджибергенова? Амара Хаджибергенова? Да нет у нас такого. Я его видела сегодня. Он двигался с вашей роты верхом. И ординарец был с ним. А, так это не Хаджибергенов, это Муса Акеев. Лейтенант связи. Из Фрунзе он. Ошиблись вы? Не могла я ошибиться. Я Амара ни с кем не спутаю. А кто он тебе? Никто, просто я его с детства знаю. Да я знал одного Хаджибергенова. Его тоже звали Амаром. Он что, не жив? Он был со мной в одном полку под Смоленском. Тяжело ранили его. А потом? Не знаю. Салмай, егеулі найза қол қалмай, еңкі-еңкі жер шалмай, қоңыр салқым төс қалмай, тебінгі терге шірмей, терлігі майдай ермей, алты-малта ас болмай, өзіңнен туған жас бала, сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, өзегі талып ет жемей, ер төсектің безінбей, улы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітер ме? Слушай голос правды простой, если друг погибает твой, встань на место его в строю, поднимай аргамака в бой, мучи в битве совесть свою. Аргамактан туған асылды, баптап мінер күн қайда. Алаштағы жақсыдан батасын алып дәм татып, түлкідейін түн қатып, бөрдейін жол тартып, жауырына мұз қатып, жалаулы найза қолға алып, жау тоқтатар күн қайда. Не могу я политзанятия вести, товарищ лейтенант. Ну и не надо. А завтра просто возьми и прочитаем вот эти стихи. И все. Только не зарывайся. Одного языка и ничего больше. Хорошо, ладно? Хорошо, хорошо. Все понятно? Понятно, понятно. А то в прошлый раз приволок какой-то пылесос. Пылесос как пылесос. Ребята из него печку сделали во втором батальоне. Печку-то сделали, а ты из-за него чуть не погиб. Да. Что это такое? Ты на всех людей не похож. Ну, вот этот плащ. Что это такое? Ну, откуда у тебя? Иван Петрович, плащ как плащ, теплый, удобный. У меня всю шинель продрало при ранении. Прям там рукав вот так вот вырвало, и клини на спине прямо вылетели. Ну, ну, ладно, все. Ну, ну, что? Ну, ладно. Говорю, ребят, выменил плащ. А постричь? Ты, постричь ты мог? В каком смысле? Пейс отрастил. Ой, ёпта, я с тобой хочу поговорить. Слушай, Иван почему ты... Иван Петрович, милый, ну? Только между нами. Только ну? Что вспомнил. Между нами. Ну? Личный вопрос. Давай. Между нами. Хорошо? Давай, давай. Вы играете на гармошке? При чем здесь гармошка? Ну, при чем здесь гармошка? Ну, играете? Ну, играю немножко. А что? Хорошо играете? Ничего играю. А ноты знаете? Ноты? Не одолел. Не знает. Ну, а что такого? Да нет. Ну, а что такого? Ну, при чем здесь ноты? Ну, знаю немного ноты. Ну, ну, как знаете? Ну, ну, можете вы два такта написать подряд? Два такта, два такта. Произведение у меня есть для гармошки. Тогда все в порядке. Иван Петрович, дорогой, у меня сестра живет в Москве. Ну? Она работает в музыкальной школе. Вот я и думаю, раз вы произведение написали, то после войны, если выживем, мы вас устроим на работу. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Разрешаю. Прошу направить меня в разведку с группой лейтенанта Ежова. А лейтенант Ежов не на прогулку идет. Там мой пулемет остался. Товарищ сержант, а что это вас на передовую потянуло?
Ведь вы же в штабе работали. Или в наградной листок торопитесь попасть? Я комсомолка. Я вообще женщинам не доверяю. Мой отец, товарищ командир, учил меня, что не важно, мужчина или женщина, а важно, чтобы человек. Отставить разговоры. Нас не интересует, чему учил ваш отец. И ставить операции под удар из-за ваших прихотей мы не намерены. Все. Батька тебя правильно учил. Ступай. Есть. Скажи-ка, старший лейтенант, что ты считаешь на войне главное? Разве не ясно? Мне-то ясно. Садись. А вот тебе-то как? Дисциплина. Дисциплина, да. Но главное, старший лейтенант, на войне доверие. Доверие к людям, вера в них. Я приложился, как по нему очередь автомат отдал, так обоих и закосил сразу разом. Вот один из раз без языка вернулся, а так обычно... Тоже мне храбрость. Безоружных людей. В бою другое дело. Милая моя, война есть война. Тут никаких законов нет. Храбрость. Ты не соми. Немец татуға болмай, жазық жоқ ат татуға болады, а? Немінен жылқы көрмеппін. Түн мезгілінде жылқы құйрығымен шыбынға ұшым еді. Құйрығын бұлғасын, аяғын бұлғасын атуға болмай. Нұрман, подек сюда. Хорошо устроился, весело живешь. Ты что, не понимаешь, что это неприлично? Я ведь все-таки командир, твой товарищ. Неприлично говорить на языке, если я не понимаю. Я же вот по-немецки разговариваю, я же никогда про тебя по-немецки не говорю, чтоб ты не понял ни черта. Что это ведьма там про меня какие-то гадости сказала? Что она сказала? Она говорит, что это лошадь, не лошадь. Лошадь как лошадь? Бегемот, что ли? Но она говорит, что неправильно кушать. Ты что, наклевать должна, что ли? Она клевать должна, что ли? Вот именно, что клюет. Да ты что, с ума сошел? Целая электростанция. Не стрелять, маншук лежать. Нажиман вперед, брать живым. Есть! Быстро! А? Вот так. Давай, давай, давай. Стой, стой, стой. Вот так хорошо. Одень фуранька, Ванька. Возьми. Ага. Вот и пленный, и в разведку ходить не надо. Сонгаргордың тесілуін қарашы. Так, документ. Это нужно мне. Эко ты ему маншу говодела, да? Ну что, не ушибся? Ну, маншук, твой язык. Давай, веди. Пошли. Ну, слушай, Ежов, спроси, много у них таких лошадей на фронте? Спроси. Сейчас, комбат. Сколько? Сколько у вас таких лошадей на фронте? Раз, два, три, подожди, сколько? Подожди, подожди. Раз, два, три. Ты по-немецки спрашивай. Раз, два, три. Сейчас. Вифель лошадь. Ну, лошадей у вас... Пферде. Дипферден лошадь. Дипферден. Ein Pferd. Сколько лошадей? Ну, ein Pferd. Я. Ein Pferd. Одна на весь фронт. An der italienischen Front haben wir den viel Glück gehabt mit den Pferden. Da wurde viel Schaden angerichtet, ja. Что он спрашивает? Ты не понял. Медленно говори. Ну,
медленно говори, непонятно ни хрена. An der italienischen Front haben wir mit den arabischen Fäden viel Glück gehabt. Da wurde viel Schaden angerichtet. Aber jetzt ist alles umgekehrt, ja? А, итальянский фронт. А, вроде как на итальянском фронте он воевал, что ли? Черт его, говорит он такой. Да, я. Да. Подожди, подожди. Он говорит, наверное, что на итальянском фронте применяли против англичан. Я. Вот этих лошадей, да? Я. Ну да, ну это мы знаем. А вот как вот показал бы на карте дислокацию свою? Как бы вас спросить? Черт его знает. Как спросить? Ты же знаешь немецкий язык. Как спросить? Я-то не знаю. Отметь. Покажи. Verstehe nicht. Ручкой покажи на карте, Zeig in карта. Verstehe nicht. Verstehe nicht. Дислокацию свою покажи, дислокационно покажи на карте. А, дислокационно? Да. Вот покажи, что у вас где находится, что покажи. Нет, не здесь, тут интересно. Вот тут что у вас здесь, вот тут что у вас здесь. Батри. Сколько миллиметров? Вифель миллиметров? 122 миллиметра. 122. 122. 122 батарея, да? А? Я. Так. Слушай, Ежов, 122 миллиметра. Его нужно штаб дивизии направить. Срочно. Ага. На Колю похож, а? На какого Колю? А у меня сестра в Москве живет, на Арбате. Вот у нее муж очень похож. Ну ладно болтать-то, веди. Коля, ты Коля? Найн, пристань, Коля. Ладно, пошли. Ком! Видишь ты, нашел родственничка. Вифель. Ну, да, а уже здесь, потом, что ли, год, разведчики живут? Тихо ты. А где здесь сержант Мамедов? Не дает договорить. Он, только ты его сейчас не буди. Он сейчас спит. Ты не буди так его, смотри. Во-первых, не баба, а девушка. А во-вторых, не девушка, а командир пулеметного расчета. Понял? Так это что же? Я у этой сопливой девчонки должен заряжающим служить. Тихо. Чудак, успокойся. Вот, на, держи и кушай. Ничего. Умеркем сапту бабай, а сагушкема дүниеге навадам кохона. Шыркнай түнеп күш ел қорғаған ай, ата бабаң бұл күндің ай ізау жатыр. Дүния ай тозаң үш Давай, тебя комбат вызывает. Слышишь? Товарищ капитан, сержант Мамедова по вашему приказанию прибыла. Тебя вызывал товарищ полковник. Товарищ полковник. Владимир Степанович. Здравствуй, сержант Мамедов. Ну, вот это самый Маншук. Молодцом воюет. Рад, очень рад. Собирайся, со мной поедешь. Куда? Со мной будем воевать, в моем штабе. Владимир Степанович, я не могу. У меня пулеметный расчет. Я только... Смирно. Что там сопишь, как паровоз? Дисциплину у тебя, Самсонов? Безобразие.
Товарищ полковник. Кругом! Шагом марш! Шагом марш! Вот они, какие пироги-то. Возьмешь высоту. Ведь сам знаешь, что нам не видать города без высоты. У немцев за спиной ничего нет. Да ничего нет. Дивизионная разведка докладывала. Все перебросили в Метельниково. Возьму. Ну и ладно. А я тебе парочку «Катюш» подкину. Ну, если с «Катюшами», я же этого не знал. Ну и договорились. Значит так, в 14.50 ударят «Катюши», а в 15.00 начнешь атаку. Это уже приказ. Есть. У нас отделение, можно сказать, было особенное. Девушка в отделении, да еще казашка. А какой пулеметчик. Всего хорошего. А весь полк были знаменитый. В газете писали. А сейчас что? Обычное отделение. Вон, 7 козлов и 1 овца. Ну, Игорь, будь здоров. Счастливо. Машук. До свидания, дядя Миша. Очень жаль. Чего жаль? Правильно едет. Ну, Жамал. Алжахса, мальчик. До свидания. Рахмет. За что? Жолым болсын. Что ты делаешь? Ты зачем туда ножом лезешь? Заедает. Заедает? А ты спроси. Вот сюда нажмешь, тут западает. Вот. Откуда я знаю? Все в порядке. Знаю? Эх ты, пентюх ты, а не пулеметчик. Ну-ну. Длинных очередей не бойся. Мушка немного занижена. Понял? Ладно. Эй, ребята! Овца рожать собралась! Давай быстрей! Может, за фельдшером послать? Ты его еще пошли за главным хирургом фронта. Сейчас все будет в порядке. Забыли, что мы кочевники. Ох ты. Сходи за шинелью. Давай, давай. Смотри, какой, а? Маленький. Маленький. Маншук, его нужно получше укутать. А ну, кончай дымить. Ему дыхать нечем. Тоже мне роддом устроили. Давай, давай. Ой, ты смотри. Эй, сержант, сержант, погоди. Я тебя провожу. Давай понесу. Не надо, я сама. Да не, вообще-то правильно, что тебя отправляют. Правильно. Я бы тоже тебя отправил. Ты что бежишь-то? Да успеешь, не торопись. Ну, что тебе здесь делать-то, а? Тут война кругом. А он тебе родственник, да? Максимов-то? Друг отца. А-а-а. Но сейчас он поступает не как друг. Отец меня по-другому воспитывал. Военный был? Нет, медик. Вот смотри. Похож. Он был. Настоящий он был. А сейчас он где? Умер перед самой войной. Ой, с моей березы плачет. А? Слушай, сержант, а вот это кто такой? Парень такой симпатичный рядом с отцом, а? А это один наш знакомый из нашего аула. Он тогда приехал как настоящий герой. А ты знаешь, как он на лошади ездит? И как он поет? Он еще орден Красного Знамени в 38-м году получил. О нем еще весь Казахстан писал. Ты, может быть, слышал Омар Хаджибергенов? Как? Омар Хаджибергенов. Слышал? Это ты его искала? Ну, нашла? А может, это не он был?
Это был он. Я его видела. Слушай, сержант, а давай я его тебе найду. Из-под земли достану и сюда доставлю. Хочешь, а, сержант? Не надо, Валь, спасибо. Послушай, а может все... Ну, прощай. Да погоди ты. Ты вообще знаешь, я человек решительный вообще. С женщинами там, знаешь, ну... У меня брат старший в Москве живет. Он мне все время говорит, ты, говорит, нахал не по годам. Ну, а с тобой совсем другое дело. Я такую бабу, я такую девушку не видел никогда, честное слово. С тобой в разведку идти можно. Запросто. Ты о чем думаешь, а? Сказать не обидишься? Ну? О своем пулемете. Изуродует он его. Слышь, сержант, давай я тебе плащ подарю, а? Ну, забери, ради бога. Господи, немецкий плащ, хороший, удобный, забери, а? А то возьми часы, слушай, а? Возьми часы, пожалуйста. Ну, не поносишь. Ну, поносишь немножко, потом вернешь. Господи, я в штаб приду и заберу, а? Не надо, Валь, спасибо. Да забери, господи ты, боже мой, вот дикий человек, кочевник. Возьми, возьми, пожалуйста. Поносишь, потом вернешь. Слушай, сержант, давай хоть поцелуемся, что ли, а? Сержант! Эй! Маншу! А мы ведь с тобой сгущенку так и не доели. Молчи! А атака высоты 547. Я ведь лучше пулеметчиков в батальон. Для фронта не страшно. Если одной девчонкой будет меньше там. Для меня страшно, для меня! Черт! Прокол! Товарищ полковник, я мигом. Давай быстрее, мы пешком пойдем. Угу. Догонишь. Милый ты мой хороший. Да что же это они с ничего, тобой ничего, делают, мамаша, а? Пусть пьет, пусть. Симаков, я. Ой, сиди, сиди. Да, товарищ полковник, первый батальон соединений... Метельников взяли? Так точно, товарищ полковник. А почему в таком виде? Да форма сгорела, немцы в доме подожгли. А, вечно с тобой история. Ой. Ты опять не... Одевайся, милок. Владимир Степанович, так и знаете, в штабе я работать не буду. Хватит об этом, Маншук. Вы знаете, я упорная, как отец. Я был твоему отцу другом. Я обещал ему, что буду заботиться о тебе и твоей матери. Когда я ушел на фронт, мне в голову не могло прийти, что ты бросишь мать. Ты думаешь вообще о матери? Одинокой матери, которая ждет тебя и распечатывает со страхом каждое письмо с фронта. Все, Маншук, об этом, все. Thank you.
Почему отпустил? Нет. Зачем с такой настойчивостью рваться на передовую? Самой лезть под пули. Что это? Это то, в чем кроется успех нашей победы. Это новое поколение. Это иступленное желание подавить в себя женское. В конце концов, чувство самосохранения, чувство материнства свойственно женщине. А не кажется вам, что именно чувство материнства, вот эта врожденная ненависть к войне, к убийству, ведет женщину на фронт? Допустим. Но ведь эта девушка не женщина, ребенок. Хватает в руки пулемет, стрижет волосы под корни, лезет в окопы, в грязь, в обши, спит среди мужчин. В этом есть свой смысл. Это война, война противоположных идей, как вам известно. И вот если эти идеи завладевают человеком, то наделяют его исключительными качествами. Братцы, по-моему, это колбаса с чесноком. Какой чеснок? У нас колбаса делает из конины. А? Давайте откроем, а? Давайте! Да вы что? Убери руки, убери руки, убери руки! Вы что? Маршу! А я за тобой собирался догонять штаб. Тебе вот тут вот посылочка пришла, а они, знаешь, все говорят, давай, говорит, откроем, давай. Как договорили? Что, не говорил, что ли? Ну, а может, она сама за ней пришла, а? Нет, брат, я не за ней пришла. А зачем же, а? А я вон к Степе заряжающему вернулась. Степа! Ты видишь? А может, она героя хочет заработать. А что, заработай? Посылочка. А сам ты уже открыть не можешь. Как ее? Веревочка, веревочка. Ух ты, алмаз. Яблоки! Алматинский опор. Ну что же вы? Смотри, какие. А что это здесь делаете? Хлеба, хлеба по полкило, а? О, Маршин, здорово. Она к ним все пьет. Хотя войны такого фрукта не ела. А что, у вас не бывает, да? Ребят, что ж, Маршук, ты ни одного яблока не оставишь? Безобразие, безобразие. Ой, ну что, мне не надо, я их вам от она ела. Ну, у меня... У сестры мои яблоки в Москве. Ну, что-то хорошее, только яблоки все время кислые. Потом кролики поели. Иди ты со своим яблоком. Да у него живот болит. Он расстроился, что ты вернулась. Да поди ты, полежи заряжающим с бабой. Это у тебя Степ с непривычки с бабой. Иди ты от меня, косая. Уконтуженный, укусит. Скажи что-нибудь по-казахски, а? Зачем? Ну, так просто. У меня брат в Москве живет, у Динамо. У него тоже такая была знакомая девушка, казашка. Слушай, я знаю, что ты вернулся обратно. Что ты знаешь? Из этого парня, да? Знакомого, верно? Нет, неверно. Опа! А ну погляди, меня в блиндаже нету. Поищу. Ты его любишь, верно? Нет, с чего я это взял? Разведка. Любишь, любишь. Я же вижу. Нет. Я? Вот это яблоко.
Что ты там слушаешь-то? Шумит оно. Это в ушах у тебя шумит. А вот если к дереву ухо приложишь, услышишь другой шум. Шум крови. Услышишь, как оно корнями сок вытягивает. Это шум жизни. Посмотри, оно ведь живое. Послушай. Ты знаешь, все живое. А вот посмотри, пулемет. Он ведь тоже живой. Вот он стоит, молчит. А это он готовится. Энергию в себе копит. А потом раз, и за все силы очередь. 300 выстрелов. Ты все-таки того. Может быть. На-ка, съешь лучше. Я потом. Да когда потом, через полчаса атак? Вот после атаки. Ты письма писать будешь? Нет, я за всю жизнь ни одного письма не написал. Ни отцу, ни матери, никогда. А я должна. Давай, я тебя позову. Хорошо. Ну, Жан, поди сюда. Обиделся, что ли? Ну что, поговорил? Здравствуй, дорогая мамочка. Получила сегодня посылку, мне досталось всего одно яблоко. Но так было приятно держать яблоко из нашей Алматы. Меня все время не покидает чувство вины перед тобой. Я не сказала, что ухожу на фронт. Прости меня. Я думаю, как тебе здесь должно быть трудно. Таскать такой пулемет. Ты такая маленькая. Сердце мое болит, Маншук. Все будет хорошо, мамочка. Вот посмотришь. Вот только война кончится. Ты знаешь, мне сегодня приснился сон. Будто отец и я. Я подхожу к нему, говорю ему что-то, он молчит. Не слышит, не видит меня, точно слепой. Это было так страшно. Это твой последний день, Маншук. Здесь каждый день кажется последним. Но к этому тоже привыкаешь. Помнишь, как отец говорил? Казахов еще не покинули духи предков. Ты не боишься? Не знаю. Я не думаю об этом. Мне пора, мама. Доченька. Скажи мне что-нибудь на прощание. Я спокойна, мама. Почему не начинаете атаку? Поспешность нужна при ловле блох. Ты что, не наелся, что ли? Кончай обедать. Прикроешь левый фланг, поняла? Левый. Там маршевая рота, новички. Помочь надо.
теперь наша очередь. Если пулеметы не накрыли, пустят из нас юшку. Но ничего. Оберегай их, как птенцов своих. Приготовились! Пулемет поставили. Ежов! Я! Уничтожить пулемет на левом фланге. Есть! Дружман, за мной! Чуков, в цепь! На правый фланг! Минометы! Минометы! Есть! Гвоздика! 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 Я Ромашка! Гвоздика! Первое отделение, второе огонь! Отделение перебежками! Вперед! Ты куда? Ты что? Ты что, спятила? За мной! Маншук. Вот окаянная девка. Дает. Ну что, лейтенант, где твои храбрецы? Ты скоро фашистов жалеть будешь. Вперед за Родину! Ура! Маншук! Маншук! Да.
Там, говорю. Да ты что, очумел? Ну ладно, разберемся. А ты не лезь под руку, за мной! Раздевался. Ну ты даешь. Аж змок. Тихо-то как. Подожди. Сейчас такой концерт начнется. Оглохнешь. А ты сама откуда? Я из Алматы. А я из-под Курска. Земляки, значит? Земляки. Товарищ... Ну? Товарищ капитан. Докладывай. Наши закрепились на крайне. Живых одна треть части. И один пулемет. Маншок Мамедовой? Так точно. Передашь Сукову и Ломову, что нужно продержаться полчаса. Любой ценой. Иначе потери будут вдвое больше. Есть. Выполняй.
Вот он, Омар. Полчаса.